Регина Тасбулатова – мать четверых детей. Одна из ее дочерей страдает детским церебральным параличом. В прошлом году женщина услышала о центре, в котором помогают и обучают родителей особенных детей. «После курсов саморазвития жизнь изменилась», – вспоминает Регина. Сегодня она сама возглавляет городской филиал фонда. Говорит, психологические курсы многим женщинам пошли на пользу. До курсов они были закрытыми, ничего не могли рассказать, а теперь все изменилось. Когда первый поток окончился, мы заметили огромную разницу с тем, что было раньше. Наши слушательницы начали открываться. К нам приходило много бизнес-тренеров. Интересовались, как мы строим бизнес-план, чем хотим заниматься. Мамам, сидящим дома, всегда тяжело, а мамам особенных детей еще сложнее. Нас учили, как можно решить бытовые проблемы, много разных мастер-классов проводилось. Общественный фонд «Мама-Про» оказывает поддержку мамам особенных детей с 2018 года. В Шымкенте филиал фонда открылся в прошлом году. Полный курс обучения уже прошли больше 20 жительниц Шымкента. Некоторые из них освоили новую профессию. Курс нацелен на то, чтобы помочь мамам преодолеть свои ментальные проблемы, связанные с принятием диагноза, да, помочь им разобраться, да, и, ну, как бы поддержать их, да, морально и ментально. Мастер-классы и тренинги проходят в различных форматах. Основные курсы проводятся по трем направлениям. С подростками, имеющими родственников с ограниченными возможностями, работают специалисты разных сфер, консультируют, объясняя, как организовать уход. Поддержки подростков, у которых есть родные, братья или сестры с особенностями развития. Этот курс называется «Сиблинги». Его запустили в 2021 году в филиале в Алмате. Мы заметили, что наши дети, помимо особенных, здоровые дети, немного ведут себя замкнуто, тревожно, и попытались, ну, поработать с психологами. Специальные курсы для мам начнутся в феврале. Новые занятия будут вести бизнес-тренеры и психологи. Даниар Худайбергенов, Мирас Ашенов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».